Всем привет! С вами Елена Тузлула. Сегодня у нас урок на грамматику для более высоких уровней, но на самом деле он может быть полезен всем. Сегодня мы поговорим о том, как сказать, что мы хотим, чтобы кто-то что-то сделал. Здесь нам нужна структура want somebody to do something. Я рекомендую запоминать структуру и сразу с ней запоминать примеры, конечно же. Например, я хочу, чтобы вы мне позвонили. I want you to call me. Я хочу, чтобы они взяли меня на работу. I want them to hire me. Я хочу, чтобы мы куда-то пошли. I want us to go somewhere. И так далее. То есть получается want somebody to do something. Хотеть кого-то сделать что-то, дословно. Например, как сказать «я хочу, чтобы они мне помогли»? Попробуйте, используя эту структуру, сказать «я хочу, чтобы они мне помогли». I want them, кого? То есть здесь не they, а кого. Никаких I want that, я хочу, чтобы, мы не говорим. I want them. To, видите, to help me. I want them to help me. А как сказать, вы хотите, чтобы они вам помогли? Вспомогательный глагол do. Do you want them? Снова, кого? Хотите кого? Do you want them to help you? Do you want them to help you? Do you want them to help you? А как сказать «я не хочу, чтобы они мне помогали»? I don't want them to help me. Don't want, кому, кого, I don't want them to help me. Вместо want также можно использовать would like to. Would like to. Ну, to у нас уйдет сюда, да? Как вы скажете, я бы хотела, чтобы они мне объяснили это правило. I would like them, снова them, to, вот оно, вот это to, I would like them to explain this rule. Я бы хотела, чтобы они объяснили это правило. I would like them to explain this rule. Теперь небольшое задание. Как сказать, она хочет, чтобы ее сын изучал испанский язык? Она хочет, чтобы ее сын изучал испанский. Берите вот эту вот структуру want somebody to do something и прям подставляйте. Она хочет, чтобы ее сын изучал испанский. Готовы? Давайте проверим. Она хочет, чтобы ее сын изучал испанский. She wants, конечно же. Окончание S не забываем, потому что she. She wants. Кого? Her son. She wants her son. Чтобы он изучал испанский. To, вот оно, to. Study. Или learn Spanish. She wants her son to study Spanish. She wants her son to learn Spanish. Напишите мне в комментариях, как вы поняли это правило. Если вам нужна дополнительная практика, придумайте еще предложение. Я хочу, чтобы кто-то что-то сделал. Пишите свои примеры в комментариях, я их проверю. И обязательно подписывайтесь на канал. Пока!